На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате дан старт уборке зерновых культур, выращенных на полях управления по производству потребительских товаров. С целью основательной подготовки к сезону и проведения его на высоком уровне, рабочая группа, утвержденная руководством АГМК, а также ответственные лица сельскохозяйственного участка по производству и заготовке кормов УППТ, 7 июня организовали мероприятие, в котором приняли участие земледельцы комбината, почетные ветераны труда и пенсионеры. Для гостей накрыли Дастархан и приготовили плов, чтобы урожай в этом году был щедрым. Рабочая группа и сотрудники Алмалыкского городского отдела пожарной безопасности провели разъяснительную беседу, отметив важность соблюдения на поле правил пожарной безопасности и охраны труда в процессе уборки культур. На сегодняшний день в уборочной кампании задействованы 4 комбайна и 1 пожарная машина, 2 трактора и 10 единиц специализированной техники для перевозки зерна. Пшеница, выращенная на территории Махалинского схода граждан Мустахал Узбекистан, Пскен района, будет вывозиться с полей 2 10-тонными тракторами и доставляться на специально подготовленное место, а на склад УППТ продукцию перевезет уже специальная техника управления автомобильного транспорта. Убрать урожай планируется в течение 25-30 дней. Для справки, в этом году трудовой коллектив УППТ посадил пшеницу на площади 300 гектаров в Пскенском районе и на 315 гектарах в Ахангаранском районе. Напомним, что убранное зерно будет использоваться в качестве корма для крупного рогатого скота, числящегося за молочно-товарной фермой управления по производству потребительских товаров, обеспечивающей сотрудников комбината молоком и другой молочной продукцией.